Что бы вы хотели видеть на Никольской сопке? Жители краевой столицы могут внести свои предложения по дальнейшему благоустройству парка. Никольская сопка или сопка любви – это излюбленное место отдыха жителей и гостей Петропавловска. Там много достопримечательностей. В парке проходят культурно-познавательные и развлекательные мероприятия. Благоустройство этой территории еще не закончено. Сейчас на сайте администрации города в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды проходит опрос и сбор предложений от горожан, чтобы они хотели видеть на Никольской сопке, кроме имеющихся объектов и пространств. Предложить свои варианты можно будет до 4 июня включительно. Для участия необходимо зайти на главную страницу сайта pkgo.ru, перейти вниз на вкладку «Мой выбор, мое будущее» и нажать «Участвовать». В меню раздела «Общественное голосование» выбрать «Обсуждение», авторизироваться на госуслугах и ответить на вопросы. Добавим, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в ДФО проводится по инициативе президента России Владимира Путина с 2018 года в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда».